Итак, как же найти такие параметры? У нас есть 4 условия. Каждое из этих условий накладывает некоторые ограничения на параметры. Каждое условие будет соответствовать некоторому неравенству. Если выход из операции i равен 1, это означает, что вход в функцию активации должен быть положительным. В остальных же случаях, когда выход из операции i равен 0, вход в функцию активации должен быть отрицательным. Соответственно, неравенства, которые зададут нам множество параметров, будут следующими. Первое неравенство соответствует первой строке таблицы истинности, второе – второй и так далее. Можно решать эту систему неравенств явно, но мы сейчас подумаем, как решить ее графически. А графически ее решить можно следующим образом. Отложим в координатах x1, x2 все возможные точки, которые могут входить в этот нейрон. Их всего будет 4. Из этих точек всего одна должна приводить к положительным входам в функцию активации и 3 к отрицательным. Нам нужно провести прямую линию так, чтобы положительные входы в функцию активации были отделены от отрицательных входов в функцию активации. Это можно сделать, например, проведя вот такую линию. Какие могут быть параметры у этой прямой? Их можно подобрать, в принципе, устно. Вот, например, такие параметры, такие веса будут приводить к такой разделяющей поверхности. Однако здесь стоит отметить, что если мы возьмем именно такие параметры, то у нас знаки неравенств будут в обратную сторону. То есть значения отрицательных входов в функцию активации будут вот с этой стороны, а положительных будут вот с этой стороны. Нас не удовлетворяет такое решение, но если мы поменяем знаки, то все будет хорошо. Итак, в этом случае, вот для таких весов, у нас все 4 неравенства удовлетворены. Таким образом, вот одно из решений этой задачи. Стоит опять же отметить, что решений такой задачи существует бесконечное множество.